Доброго всем времени суток. Продолжаем играть в КСП. И наши маневры возле Евы дали нам возможность продвинуться тут почти до аэрокосмических технологий. Еще 1000 очков. Кстати, 1000 мы там и заработали. Я тут немножко апнул. Здесь немножко апнул. Вот. Ну, еще чуть-чуть, и будет у нас аэрокосмический двигатель, и сможем мы сделать аппарат, который садится на планету, взлетает с них подобно самолету. А пока... Ну, во-первых, надо вывести орбитальный наш зонд. Нет. Это Ева. А, сгорел у нас вокруг Евы зонд. Ничего нам с ним не надо. Ну что ж. Тогда вернемся к нашему большому брату, висящему на орбите. А, ему нужен... Ну, ему нужен шахтер и ему нужна заправка. Давайте посмотрим, сколько ему заправки-то надо. А я все равно точно не рассчитаю. Какая мне разница? А, хорошо. Давайте-то выведем танкер просто на орбиту. Построим его и выведем. Вот, все. Все варианты выбрал. Так. Танкер у нас будет напрочь автоматический, я думаю. К сожалению, нет у меня автоматического блока, который ставится в центр куда-нибудь. Мне еще штыковку уже ставить. Так, Окта. Гекс. Давайте Гекс у нас будет. Что мы сделаем Гексу сверху? Сделаем мы Гексу сверху кабину автостопщика. Забавно, перевод стал. Гексу сверху мы сделаем цеплялку. Цеплялку. Это. Не это. Не то все это не то. Вот. Малый. Большой. Ферокольцо. Мелкий он, по-моему. О, большой надо ставить. Там сверху. Там, по-моему, такой как раз стоит на этой штуке. Так, отлично. Далее. Это есть, это есть. Немножко электричества, наверное. Как раз мелкую ухватил, да? Большой. Побольше можно. Немножко электричества. Что нам еще нужно? Топливный элемент. Не, не нужен. Ну, солнечные панели. Длинные. Две штуки. Так. Для связи. Коммуникация. Давайте вкорячим коммунатрон, конечно. Я два пытался, что ли, поставить? Ну, может, поставил даже. Так, ладно. А, собственно... Давайте вот сюда поставим. Вот. Так, для вращения. Вообще, этой штуке надо бы поставить... Конечно, малый, улучшенный, большой, улучшенный. А она вот так держаться будет, интересно. Ну ладно. Ладно, давайте переходник поставим, а то что-то как-то жутко смотрится все это. Текатели, что тут делают? Так, что-то отвлекаюсь все, да? Переходники. Адаптер. Ну, это слишком маленький адаптер. А это большой. Блин, один другого краше, да? Тройной. Вот может Ракомакс. Вот да. Вот Ракомакс у нас, да. Может мел. Нет у меня уверенности, что он будет хорошо работать тут. Потому что не отвалится. Вроде не должен. Все. Вот она пошла, большая часть ракеты нашей.
Большой геродин там есть. И, собственно, возвращаться на Землю, естественно, это все не будет. На Землю. А что у нас будет далее? Далее у нас пойдет топливо. Так, это еще здравие баг, да? Блин, отцепил. X200, X208, X216. Все тут пока сейчас самый здоровый, да? X230. Во, хороший какой баг. Не, может тут вообще гигантский поставить, конечно. Тяжелый баг. Фюзеляж с жидким топливом. Не, вот это. Что за значок тут внизу все у них? Непонятно. Ну ладно. Максимальная температура, количество топлива 1000 с чем-то. Блин, забабахать здоровое. Даже прям не знаю. Сколько он топлива привезет? 1400. Если привезет. Ладно. Вот эта штука у нас, допустим, будет выходить на орбиту, да? А чем мы ее будем туда выталкивать? Грохотом? Может, не грохотом. Так, прекрасно. Вот это вот хорошо бы в целости и сохранности на орбиту вывести. Соответственно, мы сейчас тогда сделаем, сколько у него внешних фюзеляжей для вывода. 4, наверное. Так, и тут у нас будут, ну, наверное, морковки. А я что-то морковок не вижу. А, еще у меня должны быть баки для монотоплива. А еще у меня должны быть движки для монотоплива. Где они? Выхотун. Нет, ну обычно четверные надо. Турбореактивные сюда затесались уже. Не то. Вот это, да. Я думаю, так 4 штуки поставлю. Так, 4 штуки. И вот так, 4 штуки. Я думаю, будет хорошо. Нам же еще стыковаться. Вот. Ладно. Так, где морковки? Монотопливные, это все не то. Морковки где? Черт, ну были же, а. Что-то изменилось в жизни. Они еще не черные, белые, оранжевые. У них цвет, что ли, меняется? Что-то в обнове произошло. Адаптер, фюзеляж. Так, ладно. Куда-то делись морковки. Может, кстати, поменьше поставить? Так. Ага, хрен поставишь, называется. О, было. Да, прекрасно. Так, сколько у тебя топлива-то? 300 с чем-то. Ой, не хватит, мне кажется, для вывода на орбиту. Я могу еще, конечно, поставить. Так вот. Почему нет? Так, на это дело мы поставим обтекатели. И наши любимые растяжки. Сюда.
и сюда. Так, стартовать она будет у нас с держателя исключительно. Ох, с кого она у нас будет стартовать. Давай пониже. Вот так вот. Что я даже не знаю, хватит того, чтобы его вывести. Так. Ну, конечно, топливные элементы наши. Элементы, топливные шланги наши. Нет. А вот так, да. Прекрасно. И на эти мы движки поставим. Да. Факел, по-моему, сюда идет. Вот. Немножко аэродинамики от крылышки прилепим. Когда они заходят внутрь, да? Блин, отхватило типа. Вот так. Баки отцепил. Ну, не страшно. Так, крылышки есть. Что у нас еще? А еще у нас, пожалуй, что будут ускорители. Нет мне без них жизни, поэтому что-нибудь мы сейчас сюда вкорячим. Булава. У нас денег миллион, так что мы вполне можем себе это позволить. Мелковат танкер, вам не кажется? Все. Ну поглядим, сколько он топлива унесет. На самом деле потом, может, я его увеличу. Вот, как-то так. Значит, вначале у нас запускаются булавы, срабатывают эти, запускаются вот эти движки, и вот это запускается. И пусть он попробует не взлететь. Так, я ничего не забыл. А солнечные панели он там растопырит. Вроде нормально наряжен. Давайте это дело сохраним. Ну, это небольшой танкер будет. Безымянный аппарат. Танкер МК-1. Я понимаю, что он так себе. Так, кто из вас кто? Ага, понятно. Паладин. Это нижние. Это жидкостные. Блин, будет обидно, если жидкости не уйдут. Ну, сколько там, 4000. Да мы до последнего будем на них маневрировать. Так. Погнали на старт. Ох ты ж ее качает. А я правильно, я же эти не притянул. Отменить. А, в ЦВС. Наши волшебные ускорители. Так. Вот так. Смотрим, не будут ли они качаться. Ну, возможно, что-то с движками переборщил, конечно. Не, не качают, все хорошо. Ну что, погнали. Ох, вот это старт, вот это я понимаю. Вот это разгон. Вот это топливо у нас улетает. Причем из этих движков оно улетает гораздо быстрее, чем из твердотоплива. А, нет, твердотопливный быстрее, все нормально. Так, еще бы они отстрелились хорошо.
она меня гложет сомнения. О-о-о, скорость-то. Тут гореть не надо. Тут не надо гореть. Вот это скорость, вот это я понимаю. Но у меня, я сюда энергии вбухаю в эту ракету, неимоверное количество. Понятно, что она разгоняется. А, не крутись! Не крутись, удержись, удержись, молодчинка. Молодчинка. Вот это было плохо. Но мы уцелели. Я, по-моему, переразогнался. Так, на вид посмотрим. Нет, нет, все хорошо, все хорошо. Давай, 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 туда, 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 туда. Вот это мы могем. Давай, в горизонтальный полет. Слушайте. Мощи ракета просто фееричный. Собственно. Я, наверное, тут здоровый движок зря поставил на нее. Ух ты, она прогрейд умеет поддерживать. Вау. Надо не забыть такое поставить на зонд автоматически. Давайте чуть-чуть газанем. Топливо, конечно, улетает, но сколько тысяч топлива она привезет? Наверное. Топливо летит, конечно, да. Так, по-моему, затея с таким танкером не очень. Или у него надо больше топлива класть. Ну, а что, все спалит же сейчас. Не, на орбиту она вышла без проблем. Тут даже спорить не о чем. Но вот 2000 топлива. Стоило ли оно того? Мне кажется, нет. Еще сколько-то мы спалим? До стыковочки-то. Допустим, приведет она 2000 топлива. Капля в море. Но рычание такое прям движка идет. Ух, красотища. Да, как-то громко я ее обозвал. Танкером. До танкера ей еще долго. Ну, первым линкомом, как водится. Да, еще коррекция орбиты. В общем, ни хренище она у нас не привезет. Ладно. Наша встреча была ошибкой. Отменить полет в ЦВС. Танкер мы оставим на черный день. На самом деле у него центральный корпус надо мощнее, а двигатель туда надо послабее ставить, космический. Ну или возможно менять. Ну, делать несколько ступеней, одну космическую ступень. Ладно. Это как базовый у нас останется. Вернемся тогда к нашему шахтеру. Так, вот наш шахтер.
с добавленным модулем переработки. И состреливаем этим... Ну, с роботом, короче, отстреливаем. Вот, как-то так. Тут у нас мамонты живут, тут у нас грохты живут. Слушайте, вот морковка-то есть. Топливный бак, Ракомакс, Джамбо 64. Смотрите, вот нету их тут. После обновы они куда-то все делись, да? Монотопливный. Я не вижу. Если кто-нибудь знает, куда делись морковки, скажите мне, потому что я вот... Нету. Непонятно вообще. Это сменить здание, это не то. Ну, были же морковки-то. И вот они висят. Непонятно. Но с морковками сейчас строить ничего не могу. Так. Потому что у меня нет морковок. Вроде все тут нормально у нас. Так как должно быть. Давайте еще пробегусь. Не, ну нет морковок. Мистика какая-то, да? Они же тут должны быть. Да, странно. Ракомакс Джамбо живой. Ничего больше не смылось. Блин, остальное вроде есть. Курьер тут. Да, непонятная фигня, ну ладно. Так, хотел ли я что-то поменять? Ну, как бы переработчику, вот он. Баки остались. А наверху это солнечная панель, да, это охладиловка. Ну, вроде как все прекрасно. Ну что, давайте попробуем это запустим. Оно задумалось. Так, понятно, ждем пока. Пока такой момент у нас. Включим САС. Мы здесь. А наш доблестный большой брат тут. Давайте мы мотанем немножко время. Чтобы подгадать старт к прилету нашего. Вот так. Ну, примерно. Окей. Вот теперь погнали. Все работает, все работает. Вот это тяжело пошло. Этот пошел тяжеловато. Хоть и на всех движках, на тех, но идет тяжело. Как тяжело, неплохо на самом деле, неплохо. Так, к концу плотной атмосферы у него 300 будет. Уже сейчас начнется у него трение в воздух. Давайте чуть-чуть убавим скорость. Такой, на грипп похож. На шампиньон. Так, по газам. У нас сейчас твердотопливники отстрелятся. Уже получено. Причем все. Так, и давайте наклонять уже его. Как-то он так шатко идет. Не очень нравится, конечно, но что делать? Так, давайте глянем, как у него с орбиты. С орбиты у него полная задница пока.
О, хотя нет, ничего. На орбиты его эта штука, по-моему, вытолкает. Там топливо-то еще дофига. Ох ты, мы как уже 66, а этот крутится на 79. Ну, в целом, так понимаю, все у нас неплохо. Да. Давай, в горизонталь переходи. И теперь нам нужно достичь наших 2000. Ну, скорость. Вот я. Топливо до хренища еще. В целом все неплохо. Вот этот, кстати, шахтер гораздо увереннее пошел в небо у нас. Но тут, правда, другой момент есть. Ему может не хватить разгона. То есть он сейчас уже скоро вниз пойдет немножко. То есть можно было тыхнуться обратно в атмосферу. При том, что он, в принципе, разгоняется неплохо у нас. Движок-то мощный. Но он уже и в апогее практически. А апогей пока от него не убегает. Все, в апогее. Ему еще где-то почти 1000 надо набрать. Но будем надеяться. Скорее всего, надо было немножко интенсивнее разгон делать. И чуть раньше его наклонить. Что у нас с высотой? Главное, в атмосферу не уйти. А вниз мы так бодренько бежим. Хотя уже 1600, но, наверное, разгонимся. И сейчас топливо у нас не кончится. Неожиданно. Чуть орбита не соосная, но это мы откорректируем все. Главное, идем недалеко друг от друга. И главное, в эту атмосферу не уйти. Семьдесят, блин, низко уже, низко. Но уже 2000. Уже сейчас пойдет разворачиваться сапоги с перигеем. Все, пошло крутиться. Потом откорректируем все это дело. Так, мы сейчас 69. Мы сейчас будем в нижней точке орбиты. Отлично. Так. Надеюсь, мы не в атмосфере. Мы не в атмосфере. Топлива вообще практически нету. Но это мелочь. Это практически нету. Это... Так, там двигло. 50. Ну, короче, тут сотни с чем-то. Он это быстро выжрет. Все. Ладно. Все у нас нормально на самом деле. Так. Ну, давайте. Что-то делать с апогеем. Давай. До перигея долети. Немножко уменьшается. У тебя атмосферу, конечно, трение есть. Так. Против движения. Что у нас тут с электричеством и прочими благами? Ну, 5000 энергии. Конечно, наш шахтер — это шахтер. И, кстати, он привез 5000 топлива. Гораздо больше, чем то, что мы назвали так опрометчиво танкером. А мог бы больше. У него баки вот эти вот, баки по труду. У него
переработчик. То есть у него заменить вот все это на топливо. Это, вот это как раз и будет танкер. Так, ладненько. Давайте чутка обороты уменьшим. А потом в той точке выровняем нижнюю часть орбиты. Так, что у нас там полчаса? Опа, приехали. Надеюсь, это уж нам выстрелил, да. Эти звуки символизируют, что я вышел на орбиту? Я давно на нее вышел. Вот это двигло жрет. Мало, скромно. Давай, давай, уменьшайся. Так, тут вообще, по-моему, внизу идет, да? Не, нормально. 105. У этого 79. Давайте как-то так и выжмем. Не, в этот заход не выжмем, мне кажется. Там вот перегиб пошел что-то какой, нам придется до него разгоняться. Так. САС, выключайся, иди сюда. С энергией все хорошо, но там эти склерозные солнечные панели работают. САС. По движению. Сейчас все подровняем. Кстати, а если от него отброшу управляющий модуль, а как он стыковаться-то будет? Что-то не подумаешь, да? Ну ладно. Низом-то он вроде не стыкуется, он только верхом может. А, ну мы к нему пристыкуем большой корабль. Стой, мотай. Так, 78, 79. Стоять? Нормально. 79-91. Нормально. Так, продолжаем выравнивать. Так, где-нибудь. Сейчас диаметр подгоним. Чуть она уходит от нас. Потом повернем орбиту. Так, торможение. И все у нас будет. Стоим. 79. 79 нормально. Оп. 79. 78. Нам нужно немножко меньше орбиты, чтобы догнать. 78,3. Немножко. Ну, вот так. Тут 79, потом тут еще уменьшим. Так, далее. У нас тут есть вот перекрестие орбит. Добавить маневр. Нам нужно вниз. Плоскость. Плоскости. Отлично. Так, едем до суда. И давайте крутиться. Нет, не в эту сторону. Ай, 9 секунд до маневра, я же не успею. Так, я, по-моему, всеми движками тут шурую сейчас. Там можно, на самом деле, было бы лишнее-то выключить. Смотрим. Так, эти заразы крутятся. Все хорошо. Можно даже побольше газануть.
То как тут не быстро разница в скоростях уходит. Так, еще чуть-чутка. Совсем чутка. Странно, орбиты вообще не сложились. Но я, видимо, поздновато включил. Надо было чуть раньше. Ну ладно, на самом деле можем еще чуть-чуть поработать движками, чтобы они сдвинулись. Не страшно. Вот так. Здорово. Так, сбрасываем. Цель. Все. Мы эту штуку догоняем. Сгасим. И можем теперь помотать немножко. Мы ее определенно сейчас догоним. Ага, уходит. Уходит собака. Ну давайте посмотрим, догоняем мы или отстаем. Если что, потом еще радиус орбиты уменьшим, начнем догонять, мне кажется. 163, 165. 170. Не, уходит вроде, да? Хотя сейчас уменьшается. 168. Опять увеличение. Мы вам на одной орбите идем просто вот. Так. Давайте до туда. Ускорим время. И перейдем внутрь орбиты, чтобы догонять. Тут у нас 78,9. А это идет 77,9. Да, у меня орбита больше, я отстаю. Но сейчас мы это дело исправим. Так, ретро. Видимо, на маневре разогнался немножко. 89. Серьезно? Так, надо нам 79, 78 где-то надо. Блин. О, 78, 77 даже. 79. Вот это другое дело. Давайте теперь догонять. Ну, сейчас должны эти рыжие сдвинуться, блин. Но они не рыжие, они красные. Да, на таких скоростях мы, наверное, долго будем догонять. Но не хочется сильно менять. 77. 213 уже. Очень медленно догоняет. Вообще почти не догоняет. Но она в разных местах орбит по-разному идет. 79, там 77. Можно, конечно, вот эту часть орбит понизить. 212, да, это я долго буду догонять. Сейчас там тормознем. Еще поближе. Еще чутка. САС против движения. САС против вашего движения. Просто не хочется сильно топливо тратить. 77,9. Оп. Вот так вот как-нибудь. Погнали. Теперь бодрее должен догонять. Жалко, сильнее ускорить нельзя. Во, вот на эту часть орбиты догоняет вообще. С песнями.
Не хочется мне сильно орбиту менять. Прям сильно не хочется. Так, уже меньше 200. Нормально. За оборот он сколько? Больше 10 километров смотал. То есть 20 оборотов и нормально. Ну да, за оборот где-то десятка уходит. Это так и летает огрызок. В принципе, у него орбита-то высокая. 150. Так, что-то у нас 180 уже километров. Может, конечно, зря я с этим большим братом так морочусь. Может, надо стоило подождать аэрокосмических аппаратов. А до этого пока послать еще роботов. Допустим, на местный Меркурий. Денег мы на наши эксперименты с этим трио аппаратов принесли почти миллион. То есть тут много чего можно теперь запустить. Так, 160. На вид прям уж прям совсем близко. Так, ну, даже не знаю, за кадром может уже все это состыковать. Вроде так недалеко совсем осталось. Ну как, 50 километров прошли. Ускорение, ну, время бы на 100 и все. Вот надо на высоких орбитах держать технику. С тем, чтобы время ускоренно мотать. С другой стороны, туда топливо надо больше тратить, чтобы подняться. Так, где-то по минуте оборот. Ну нет, это будет в районе частого серии. Причем большую часть будет на промотке вот на этой. Я, наверное, за кадром домотаю их до такого противостояние близкого. А состыкуем их-то, пожалуй, в следующей серии. А на этом всего хорошего и до новых встреч.